Здравствуйте! Здравствуйте! Самые замечательные ребята! Колокольчик наш волшебный вновь звенит и вновь поет. В день прекрасный, в день чудесный всех нас вместе соберет. Пожелания говорите и в студии проходите. Менцевские полы Шпилейман. Менцевские бахет Тилейман. Менцевские жаксы Кунт Лейман. Помню, вы когда-то были малышами и ходили часто с мокрыми носами. А теперь вы вон какие. Скоро в школу. Все большие. Ребята, а как вы думаете, для чего нужна школа? И вообще, что такое школа? Школа – это дом знаний. В школе мы узнаем новые уроки. А или нет? В школе мы встречаем новую учительницу. А какая она, ваша первая учительница? Как вы ее себе представляете? Моя учительница умная. Миша? Моя учительница любознательная. Катерина? Моя учительница классная. Для нас делает все. Замечательно. Ребята, а давайте поиграем с вами сегодня в самую настоящую школу. Давайте! Я буду вашей первой учительницей, а вы моими учениками. Уверена, что в детском саду вы научились очень чему многому интересному и замечательному. Вы будете мне показывать свои творческие проекты. А наша многоуважаемая жюри вот в лице Талис, Айрин, Лёвушки будут оценивать ваши проекты. Самый лучший проект получит награду. Итак, приглашаем первую команду. С исследовательским проектом выступают Михаил, Стефания и Лиса. Дорогие друзья, наука каждому нужна. Наука нас ведет вперед, дает нам знания в полет. Сегодня мы поговорим о вулканах. Люди все огнедышащие горы стали называть вулканами. А давайте разбудим вулкан. Добавим 2 ложки соды, моющую жидкость и лимонную кислоту. И красную краску. И красную краску. Интересно, что же у нас получится? Начинаем. И наш вулкан извергается лавой. С медицинским проектом сейчас у нас выступят Амир, Айзере и Айша. Тему нашей лекции узнаете, если загадку отгадаете. День и ночь, оно словно бы заведено. Будет плохо, если вдруг прекратится этот стук. Что это? Сердце! Иногда люди называют сердце мотором. Оно выталкивает из трубочек артерий кровь. Если человек волнуется, то кровь бежит быстрее. Правильно питайтесь и занимайтесь физкультурой. Чтобы прежде посещать врачей, кушать надо много фруктов, каш и овощей. Допустим, вы захотели съесть яблоко, оно пережевывается зубами, попадает в желудок. А мы еще старатели приборов и изобретателей. Будем мерить мы сейчас сатурацию у вас. Поздравляю, вы здоровы. Очень добрые и досоветы. Мы запомним ваши секреты. Самый настоящий мастер-класс покажет нам творческая группа «Сасырнай». Сасырнай – древний казахский музыкальный инструмент, который пролежал в земле 100 лет и лишь только в 20 веке его удалось найти. Сегодня мы покажем простой способ лепки этого музыкального инструмента. Встречаем с экологическим проектом Полину, Дарью и Катю. Природу оберегаем, мусор разбираем.
погоду будем охранять природу. Это все легко понять. Мусор надо разделять. В зеленый бак, в низкий бак бумажный мусор загружает. Желтый пластик, оранжевый металл, чтоб нигде никому не мешал. Ну а в синий мы легко загружаем все стекло. Эй, ребята, налетай, в баке мусор загружай. Ваши творческие эксперименты – это удивительные моменты. Что такое вулкан, рассказали, что у человека внутри показали. Мы насосовное стеклами мусор дружно распилали. И вот настал волнительный час узнать, кто же лучший тут из вас. Подождут награда, ваше сердце будет рада. Дорогие, буду повторять я снова. В школе очень подготовлен. Здравствуй, школа! Жди нас! Здравствуй, здравствуй! Первый класс! Ну, а кубок вам в награду. Таким деткам школа